решение, что форумы сообщества в этом году каждый посвящен будет какой-то важной федеральной теме. Не то, что плохо в Астрахани, условно, здравоохранение, а то, что это федеральная тема. Серьезные большие вопросы. Здоровый образ жизни, социальная справедливость и неравенство, добровольчество, почему люди уезжают с Дальнего Востока, инновации и так далее, и так далее, и так далее. Все, что касается людей, в первую очередь, ну, федерального уровня. Поэтому здесь присутствует сегодня, помимо, ну, постоянно, так сказать, принимающей стороны органов власти, здесь присутствует и федеральный, представитель федеральных министерств и ведомств, представители комитетов Госдумы и Совета Федерации, чтобы власть слышала сразу изначально. Почему? Потому что предполагается, что к итоговому форуму сообщества у нас будет уже предложены не только освещенные темы, но и предложены варианты их решения. Потому что на форуме эта тема не заканчивается. Комиссии продолжают работать вместе с региональными палатами, поднимать эти темы и вести их до конца. То есть при такой форме палата, форум сообщества становится точкой сборки не только проблем, но и пути их решения. И пока у меня оптимистическая, так сказать, оценка, что да, получается. Мы правильно подобрали формат, будем его корректировать. И вот дальше посмотрим.